Що ж, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. І як бачите, ми сілися у купочці, а ми удвох, ми вже втрьох дійсно. Тому що в нашій студії вже є гості, і ми раді її представити. До нас сьогодні завітала Світлана Шуляк, вона декан факультету менеджменту і бізнесу Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Вітаємо вас, дякую, що зранку виділили час і завітали до нашої студії. А тим паче, що привід є. Доброе утро, уважаемые ведущие, доброе утро, дорогие телезрители. Для меня очень большая честь снова оказаться в этой замечательной теплой студии. Для нас велика честь вас зустрічати сьогодні. Дякую. Тим паче, що сьогодні така прохолода на дворі, а з вами комфортно. Знаєте, як то кажуть, з людиною комфортно, вже так в сімейному крузі такому вже і поспілкуємося. Тим паче, що є привід, а це День бібліотекаря, 30-те число цього місяця. Останній день, здавалося б, вересня, але він святковий. Да, сьогодні дійсно замечательний, добрий праздник, всеукраїнський День бібліотек. Хочу заметить, в этот день всегда солнечно, ну и тепло. Надеемся, что сегодня также будет солнечно. Солнечко еще просто прокидается. Да. Не все такие ранние пташки, как мы. Да. Я имею непосредственное отношение к профессии библиотекарь. И я рада сегодня представить в этой студии, презентовать факультет менеджмента и бизнеса, который уже 45 лет готовит специалистов для сферы культуры, в том числе специалистов библиотечной отрасли. В 2016 году Николаевскому филиалу Киевского национального университета культуры и искусств исполняется 45 лет. Уже 40 лет мы выпускаем специалистов, высокопрофильных, высококлассных специалистов библиотечной сферы. Конечно же, слына готовит специалистов кафедра документоведения, это информационных систем. На кафедре сложились уже какие-то свои исторические традиции, но мы не стоим на месте, мы идем вперед, мы усовершенствуемся, мы развиваемся. Сегодня мы выдаем дипломы специалистам, бакалаврам, специалистам, магистрам, которые получают квалификацию менеджер библиотечно-информационной деятельности. Вот на этом хотелось бы сделать небольшой акцент, потому что, в моем понимании, библиотекарь – это человек, который знает все про книги, к которому можно подойти, он из большой вот этой купы, сколько у него книг в помещении есть, он найдет именно то, что тебе нужно, покажет закрытыми глазами страничку, на которой есть. Как этому обучают и вот как это связано с менеджментом сейчас? У меня немножко не укладывается. Вы знаете, ваше представление абсолютно правильное, но я хочу его немножко расширить. Современный специалист, библиотекарь современный, это тот специалист, который владеет рядом профессиональных компетенций, которые позволяют ему работать не только с традиционными носителями, с книгой, но и с информационными носителями. Сейчас мы не секрет, что мы живем в эпоху информационных технологий, да, век информационного прогресса, развития. И, конечно же, современный специалист умеет, знает особенности работы с информацией не только в традиционном виде, но и в электронном виде. Сегодня мы работаем с веб-технологиями, сегодня мы работаем с электронным документообменом, сегодня мы обслуживаем и отдаленного читателя через специальные программные устройства. Сегодня мы стираем те стереотипы, которые существовали и, к сожалению, сформировались, но кафедра в концепции своего развития пытается актуализировать профессию библиотекаря в современном мире. Мы пытаемся создать новые условия, в которых будет всем понятно необходимость данного специалиста в информационном обществе. Кстати, насчет необходимости, у некоторых сложилось такое мнение, что библиотекарь – это уже такая отходящая профессия, потому что не все ходят в библиотеку. Вы сказали, что библиотекарь – это человек, который и в удаленном доступе может вам помочь, и что это необходимая профессия. Чем она так необходима, чем она может себя как бы утвердить в наше время? Это ваше мнение я не разделяю. Я прошу ваше прощение, но оно ошибочно.
Сегодня библиотека – это тот социальный институт, который является современным, модным. Зайдите в библиотеки города Николаева, города Херсона, Одессы, Кировограда и всей Украины, и вы увидите, что это современные институции, модернизированные институции, оснащенные компьютерными технологиями, программным обеспечением. Сегодня в каждой библиотеке есть бесплатный Wi-Fi, и это не единственное их, не самое такое высокое, да, достижение. Сегодня библиотеки используют новые методики обслуживания, новые технологии обслуживания, расширяя границы обслуживания библиотечного, увеличивая контингент читателей. Действительно, сегодня мы обслуживаем не только в стенах библиотеки. Сегодня категория читатель несколько заменена категорией пользователь. Угу. А пользователь – это тот, кто работает с фондами библиотеки и в режиме отдаленного доступа. Сегодня посмотрите, какие творческие, креативные мероприятия проводятся в библиотеках. Я надеюсь, вы посещаете такие мероприятия. Потому что многие именно библиотекари, да, приходят к нам, анонсируют и нам, и нашим телезрителям. Ну и, конечно же, хотелось бы еще спросить все-таки о ваших студентах. Как они воспринимают эту профессию? И приходят ли они тоже с этим стереотипом? И вы, возможно, ломаете у него его. К нам приходят потрясающие студенты, выпускники школ, креативные, творческие. Я всегда говорю, что наши студенты – это наша гордость. Мы гордимся ими, и это не просто слова, это дети, это интеллектуальная элита нашего общества. Это тот интеллектуальный потенциал, который будет нашим будущим. Будущее за нашими студентами, будущее Украины, будущее Николаевщины и всего юга Украины. Вы знаете, вот только вчера у нас было в университете на кафедре книговедения, документоведения, это информационных систем, посвящение студентов специальности книговедения, библиотековедения, библиография в студенты. Это было такое креативное, такое потрясающее мероприятие. Мы все получили массу позитива. И я хочу сказать, что на этом мероприятии у нас в университете присутствовали все директора библиотек города Николаева, директора областных библиотек, городских библиотек. И очень почетным для нас было то, что по доброй старой традиции наших студентов, первокурсников приняли в молодежную секцию, выдали дипломы, посвящения, приняли в молодежную секцию Украинской библиотечной ассоциации. Угу. Это очень почетно для нас, как для преподавателей, и, конечно же, для наших студентов. Можно сказать, что вы празднуете уже несколько праздников подряд. Сегодня будем праздновать День библиотекаря. Как обычно, какие традиции этого празднования есть? Среди библиотекарей, возможно, кроме того, что вас поздравляют, дарят грамоты, есть что-то такое, о чем мы не знаем? Конечно же. Вы знаете, сегодняшний день очень насыщенный. Начнется наша культурная программа с того, что сегодня в 10 часов, в 10:00 в Каштановом сквере пройдет флешмоб библиотекарей города Николаева и студентов Киевского национального университета культуры и искусств. Во всех библиотеках сегодня пройдут очень яркие, масштабные мероприятия, посвященные Всеукраинскому дню библиотек. В университете у нас масса инициатив, которые готовят студенческий парламент, студенчество, преподаватели кафедр. У нас тоже пройдут флешмобы, акции, конкурсы, викторины. День расписан поминутно до вечера. Надеюсь, все пройдет хорошо, на высоком достаточном уровне. Мы готовились к этому дню, мы ждали этого праздника. Мы всегда ждем как-то с радостью, с нетерпением этого праздника. Сегодня библиотека, как действительно вы правильно как бы заметили и подчеркнули, это новый какой-то центр, не то, что мы представляем, и то, что было раньше. И, кстати, ассоциация библиотечная всегда проводит акции под эгидой и, скажем так, под слоганом «Читай, формат не моя значка». Да, да. И вот действительно хотелось бы узнать, как еще обучение происходит у ваших студентов. Это тоже изучение литературы или это все-таки изучение интернета, каких-то технологий, возможно, разработка собственных каких-то проектов? И литературу изучаем, и, конечно же, интернет-технологии изучаем. Концепция развития факультета в целом сегодня направлена на модернизацию библиотечного образования в контексте развития информационного общества.
И мы, наши учебные планы построены в таком формате, что мы изучаем, конечно же, литературу без этого никуда, но и компьютерные технологии, иностранные языки, пиар-стратегии, менеджмент, маркетинг. Эти концепции обязательны сегодня в образовательном процессе. Хочу обратить внимание на то, что мы очень тесно сотрудничаем с практиками, с библиотеками города Николаева, Херсона, Одессы, Кировограда. И в обязательном порядке мы интегрируем процесс образования с теми инновационными практиками, которые сегодня существуют в библиотеках. У нас очень тесное сотрудничество с библиотеками. Теория подкрепляется практикой. Это наш постулат. Вместе ми сила. Тож це не може не радувати, що дійсно такі талановиті студенти, такі талановиті викладачі, які навчають майбутніх бібліотекарів, які сьогодні можуть святкувати своє професійне свято. Ми нагадуємо, що сьогодні до нас завітала Світлана Шуляк. Вона декан факультету менеджменту і бізнесу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Дякуємо ще раз вам за те, що завітали.